Всем привет из Хоффенхайма. Приглашаем вас на футбол на Презеро Арену. Комментатор этого матча Георгий Черданцев и Константин Генич. А эти команды не должны разочаровать. Атлетико против Футбол Френдс. Одно удовольствие работать в такой атмосфере и с такими классными командами. Посмотрим, будет ли эта игра сегодня им в удовольствие. Футбол Френдс в атаке. Попов. Удар по воротам. От стойки в ворота. Еще раз смотрим на забитый мяч. Еще чуть-чуть, немного в сторону. Пойди мяч, и не быть бы голу. Мяч в ворота влетел от штанги. 1-0 в нашей игре. Можно навесить сейчас. Защита в последнюю секунду спасает ситуацию. Здорово сыгран, удар заблокирован. Из-за боковой мяч будут вводить. Здорово он в отборе сыграл, будет аут. Don't see, told me keep shining in the streets and we're still wildin'. Only peace, only violence, no violence. In the sun where I'm highest, melanin biased. Dumb iron made, darkest shade while she cleans my braids. Skin don't fade and I'm still not fazed by your magazine praise. We just wanna be great in these African jeans. All I want's my kids to have some nepotism. All I want's my wealth to have some repetition. Call my humble son and tell him that's the mission. Tell him that's the vision. Yeah. Tell him that's the mission. Yeah. Tell him that's the vision. Playing just a little man in your Mercedes Benz. So amazing how you raised this bad kid to a man in a whole different land. Girl, you made it. I don't wanna keep you waiting. No, I just thank you for your patience. So I'ma look and we can make this go again, again, and again. We can make this go again, again, and again. We can make this go. All I want's my kids to have some nepotism. All I want's my wealth to have some repetition. Call my humble son and tell him that's the mission. Tell him that's the vision. Yeah. Tell him that's the mission. Yeah. Tell him that's the vision. Nepotism in my life.
was just 18, boy with a dream, in love with the flow, with the sight and the scene. Not many know what it's like to be seen, but I'm getting to know now, just 18. Привет всем со стадиона Prezero Arena. Сегодня здесь все готово к нашей игре, до начала которой остается совсем немного времени. Возьму на себя представление комментаторов сегодня. Как вы уже могли догадаться, бессменная пара, трудится для вас Георгий Черданцев и Константин Генич. Атлетико против Football Friends. Атмосфера сегодня отличная на стадионе, и надеемся, команды не подкачают. Отличная работа с мячом. Очень дальнего расстояния удар. Хороший блок, мяч не проходит дальше. Реми. Входит мяч у них. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Вот это момент! И какое спасение вратаря сейчас! Блестяще играет голкипер. Всем привет! Футбол смотрим сегодня на отличном стадионе Prezero Arena. И надеюсь, матч нас не разочарует. Для вас работают Георгий Черданцев и мой коллега Константин Генич. Смотрим футбол вместе. Атлетико против Football Friends. Здорово работать на таких стадионах. Здесь все связано с футболом и сделано так, чтобы всем, кто пришел на игру, было максимально комфортно находиться на арене. Нет больше мяча у Атлетико. Какой хороший перехват сейчас получился. Здорово отдает на ход. Как мяч не попадает в ворота после такого удара, я не понимаю. Это было даже сложнее, чем забить. Легких путей они точно не ищут. Здесь все было сделано для гола, но куда интереснее, конечно, отправить мяч мимо ворот из убойной позиции. Отдает он передачу. Браво. Можно попробовать подать сейчас.
Хороший вынос мяча из штрафной. Не точный удар. И все. Надо забыть это побыстрее и играть дальше. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. В атаке Football Friends. Наверное, штрафную. Есть там кому сыграть. Вратарь! Вот это сейв! На коротке решили разыграть угловой. Режет угол, уходит в центр. Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Отлично сыграно, мяч перехвачен. Браво. Отличный пас прошел. И ничего команда из этого эпизода не создает. Попов. Отлично они в пас играют, но к чему приведет такое владение? Нужно было раньше играть на обострение. Довели до потери мяча. Очень опасно может быть. Мог получиться хороший пас, но все-таки мяч перехвачен. Ходит мяч у них. Очень опасно могло быть. И пас точно сопернику. Football Friends идет в атаку. Навешивает штрафную. Выбит мяч из штрафной. Браво. Разгадали замысел соперника. Они и завладели мячом. Манданда. Навес напрашивается. Как отлично он действует и выручает свою команду. У нас счет равный. Посмотрим, останется ли он таким же после розыгрыша вот этого углового. Просто великолепное спасение. С такой-то дистанции вытащить такой удар. Великолепная реакция голкипера. Вот так вот. Хитрят. Угловой разыгран. На другую сторону они мяч переводят. Чисто отбирает мяч. Валентин. Неплохой пас. Это вне игры, и боковой четко об этом сигнализирует. Слишком рано был сделан пас. Игрок еще не успел вернуться за линию офсайда, а передача уже пошла. Отлично отдал на ход. Прошу, вратарика. Я был уверен, что он сейчас забьет. Да и на трибунах болельщики уже тоже повскакивали со своих мест. Но в итоге он не смог реализовать свой момент. Не торопится атаковать, ждут стопроцентный шанс. Как видим, защита работает очень здорово. И соперник позади. И как он дальше мячом распорядится? Мяч потерян, теперь он у соперника. Очень вовремя защитник играет на вынос. Football Friends с мячом, они атакуют через фланг. И выносится мяч из штрафной. Попов. И бьет! Здорово сыграно, удар заблокирован. Идет в штрафную мяч. Не получилось тут толком мяч выбить.
Мяч переходит к другой команде. Перехват. Валентин. Манданда. Судья решил много не добавлять. Минута до конца тайма. Реми. Ди Мария. Валентин. Уходят команды на перерыв. Говорим об этом буднично, потому что очень буднично. Продолжается наш матч, второй тайм. Ди Мария. Нарушение было, судья, как вы видели, не стал останавливать игру сразу, но команда не воспользовалась. Ну, моментище! И как здесь было не забить? Точно можно сказать одно. Ассистент арбитра уже стоит поднятым флагом. Это офсайд. Сыграно жестко, но в рамках правил. Опасно тут может получиться. Играет в пас команда. Удар не проходит. Хороший блок. Есть шанс развернуть контратаку. К сожалению, продолжение этой контратаки мы не увидим, потому что мячом уже завладел соперник. Соперник будет с мячом, не получилось его сохранить. Прошел он соперника. Отличный отбор мяча. И вратарь забирает этот мяч. Нет передачи вперед, так что приходится опускаться глубоко назад в поисках мяча. Так и надо было сыграть. Выносит он мяч. Вот это интересный пас. Ну, таким навесом сложно создать что-то опасное. Вратарь без труда забирает мяч. Идет с мячом к воротам. Штрафную подачу есть там кому сыграть. Отлично защитник сыграл и разрядил ситуацию. И хороший шанс выйти вперед сейчас будет угловой. Очень хорошо сейчас слышно болельщиков. Они рады хотя бы тому, что команда заработала угловой. Плохой пас, мяч перехвачен. Вбрасывание будет. Еще много времени до конца матча, 30 минут. Валентин. В очень подходящее время прерывается эта атака. Браво. Есть время и пространство для навеса. Валентин. Попов. Футбол Фрэнс в атаке. Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Можно провести контратаку. Назад нужно вернуться. Ну, что это за навес? Чужого игрока мяч попал. Здесь перехват чисто сработано. Попов. И удар.
гол. Много им времени понадобилось, чтобы счет был открыт. Посмотрим теперь, как пойдет игра. 1-0 в нашей игре. Подача, чей мяч будет? Спасает он команду своими действиями сейчас. Очень грамотно он сыграл сейчас и перехватил мяч. Вот. Навязывают ему борьбу. Пошли последние 15 минут. В атаке Football Friends. Манданда! А, ну как же так? Сам он не понимает, как умудрился не забить с такого расстояния. Но мяч в руках у голкипера. Отходит глубже, чтобы получить мяч. Валентин. Мяч за боковой будет введен в игру. Атака очень перспективная. Нужен последний шанс вырвать ничью. Манданда. Реми. И чистый отбор. Браво. На дальнюю штангу навес. Не удалось мяч вынести. Надо обороняться, продолжать. Ответный гол на последних минутах игры. Они спаслись. Счет снова равный. 1-1. Ну, такой никуда не годится. Пас прямо сопернику. И это перехват. Попов. Не будет больше у них возможности забить. Последняя атака идет. И мяч переходит к сопернику благодаря прессингу. Манданда. Будет штрафную подавать. Отличный момент. Раньше времени он ускорился и оказался в офсайде. Валентин. Реми. Все, основное время подошло к концу, впереди дополнительное время. Дополнительное время пошло. Посмотрим, как его проведут команды. Хорошая игра в отборе. Реми. Ди Мария. Манданда. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Можно навесить сейчас.
Офсайд, как говорится, субъект заправ, хотя ситуация неоднозначна.